друзья! Меня зовут Лео. Я магистр Абры, профессор Кадабры, веселой научной степени. Хотите повеселиться? Порисовать? Узнать кое-что интересное? Да? Тогда добро пожаловать в Академию веселую Абра-Кадабру! Мы будем узнавать новые слова и рисовать их! А вот и мои гости! Участники самого рисовального, самого познавательного и увлекательного турнира! Они поспорят за звание самого шустрого, самого догадливого и самого творческого. Их ждут подарки. Лия, 6 лет. Танцовщица и мастерица. Умеет делать из бисера красивые браслетики. По утрам помогает папе заниматься йогой. Больше всего на свете любит веселиться. Иса, 7 лет. Несмотря на юный возраст, Ису можно назвать настоящим мужчиной, смелым и ловким, ни дня без спорта. Он занимается борьбой, боксом, гимнастикой и плаванием, а когда есть время, рисует или играет. Анна, 9 лет, гимнастка и художница. Первую картинку нарисовала на обоях. Мама была в шоке, а папа потрясен талантом. С тех пор много рисует, правда, сейчас на бумаге. Когда вырастет, хочет стать дизайнером. Привет! Привет! Какой у нас девиз? Расти, учись, играй! Вам предстоит слова нарисовать. А чтобы узнать слова, бегите и берите шарики. Открывайте! В этих шариках задание. Интересно, что же там? У тебя слово «шумовка». Иса, тебе предстоит нарисовать пинетки. А у тебя китель. Кисти в руки из мольберты. Помните, у вас всего 5 минут. Время пошло! Как выглядит шумовка, пинетки, китель? Рисуйте вместе с нами! Иса, кисточка – это царица красок. Обращайся с ней как следует. Иса, у тебя пинетки. Как ты думаешь, как они выглядят? Ну, это какие-нибудь грибы. А они съедобные? Да. Пинетки – это игрушечные питательки. Пинетки – это такие люди, которые постоянно пристают ко всем людям с абсолютно разными глупостями. Мне кажется, пинетки – это игра настольная. Аня, тебе нужно нарисовать китель. Что ты рисуешь? Я рисую киселя. Он состоит из малины и клубники, и голова у него из вишни. А чем он занимается? Он занимается тем, что любит танцевать. Наверное, китель дружит с китами. Китель – это что-то такое, что есть у кита. Китель носят шеф-повара, кондитеры и многие, как его, короче, то, кто готовит. Я бы кителем назвал кошку или собаку. Лия, у тебя слово «шумовка». Скажи, что ты рисуешь? Молоток. Почему он разноцветный? Потому что он детский. А в чем отличие детского молотка и обычного? То, что детским пользуются дети. И еще, что детский, он разноцветный. Лия считает, что шумовка – это детский молоток. Интересный вариант. Шумовка – это вещь по длине, как пальто, и с шерстью такая же. Шумовка – это когда очень много людей бежит и шумят. Как-то так. Из шумовки можно шить свитер. Шутка! А вот и лайфхак от Лео. Долгожданный, как летние каникулы. Приготовьте акварельные краски и кисти, воду, бумагу и салфетки. Хорошенько смочите толстую кисть, раскрасьте пол листа зеленым. Это лук. В салфетку заверните крышку от воды. Приложите несколько раз, затем нарисуйте синее небо. Приложите салфетку снова. Вот, поплыли облака. Теперь тонкой кисточкой нарисуем стебли и листья цветам. Летний пейзаж готов!
Попробуйте повторить и вы. Время подошло к концу. Кисти в стороны. Лия, ты рисовала шумовку и считаешь, что это молоток, да? Да. А что это у тебя появилось? Дом? Это дом построили дети. А это? Это цветок и вот этот цветок, который помог построить. А это небо, да? Это небо и закат. Лия, у тебя прекрасная фантазия. А на самом деле вот что означает слово «шумовка». Шумовка – это то, что есть в доме почти у каждого. Шумовка – это такая большая ложка с дырочками, чтобы выловить пельмени из воды или снять пенку с бульона. Вот это да! Иса, тебе нужно было нарисовать слово «пинетки», а ты нарисовал грибы. У тебя это грибник, да? Да. Грибник прогуливается под грибами. Пинетки – это то, что было в жизни почти у каждого, когда мы были маленькими. Это такие ботинки, которые надевают на ножки малышам. Пинетки – это ботинки для малышей. Вот это да. Аня, тебе надо было нарисовать китель. Тысячи кистей! Я даже представить не мог, что китель может выглядеть вот так. Да, китель – это веселый ягодный танцор. На самом деле, китель – это такая куртка со стоячим воротником. Обычно это часть формы, например, у военных. Куртка? Вот это да! Турнир подошел к концу. Пора подводить итоги и получать подарки! Ура! В номинации «Самый шустрый» победил Иса. Он нарисовал быстрее всех. Самой догадливой стала Лия. Ведь шумовка – это правда инструмент, приспособление, только кухонное. Самой творческой я считаю Аню, старый дедушкин мольберт. Даже мне бы не пришло в голову нарисовать китель в виде ягодного насекомого, любящего танцы. Спросите, кто это решил? Конечно же, я, Лео, магистр Абры, профессор Кадабры, веселой научной степени. Лео – это комплексный базовый бренд товаров для детского творчества. Он предназначен для занятий дома, в школах, детских садах и за студиях. Друзья, хотите запас творческих наборов Лео, чтобы рисовать круглый год без забот и без хлопот? Смотрите наши выпуски, переходите по QR-коду ниже и участвуйте в конкурсе. До новых встреч, ребята!